наши стишочки, мы сейчас положим их тоже. Ребятки, сюда вложим стишок Катюши Марченко, город Ростов-на-Дону, и картиночку такую вот от всех нас. Кузнецов. С детского дома мамы. Вот в этот файлик мы вложим стихотворение от Елизаветы. Сюда мы вот это положим. Очковая.
посмотрим. Ребятки, книжечка номер 3. Так, ребятки, четвертая книжка памяти. Очень красивая. Что-то новенькое я не видел еще.
Израиль. Еще немножко. Ребята, вот это вообще бесподобная работа, сделана кристаллами. Камера не передает красоту.
Спасибо.